Накануне 38-летний Иван Житков рассказал поклонникам, что встретил новую любовь. Звезда отечественных сериалов не стал раскрывать личность избранниц и подробности их знакомства, но зато показал ее фото, которое лаконично подписал «My Love». Спутница Житкова оказалась привлекательной блондинкой, как и его первая жена Татьяна Арнгольц. Напомним, Иван состоял в браке с Арнгольц с 2008 по 2013 годы. У пары есть дочь Мария. Затем он в течение 2 лет состоял в отношениях с моделью Лилией Соловьевой, подарившей Ивану сына Степана. Но свадьбу они так и не сыграли, а в 2018-м разошлись. Возможно, на этот раз актер улыбнется удачу, и он сможет создать крепкий союз. А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.